мат. Ну вот, посмотри на него, ни с кем не общается, он одиночек. Ни с кем не общается, все как все просто. Ты извини, что ты год должен был. Я же не знала, что ты играть не будешь. Меня на себе держу. Слушай, ты сейчас не придумал. Дома едем на закупку товаров для Валбереса. У тебя видео с торником. С торником набрал больше 2000 просмотров. Вот с этим? Да. Ты доволен? Да, без разницы. Стоишь, улыбку тут давишь, пытаешься скрыть улыбку, а сам счастлив капец. Вот так, эй! На улице дождь. Ну, мы выдвигаемся. Таня за рулем. Доброе утро! Бодрое утро!
Мария. Че там? Я смешная. Все, бери, хватай, тащи. Ёпта, мать, разбила. Ладно. Ой, смотри, Митка. Никого нету? Приветик. Так, Настюш, доставай. Это чуть-чуть с этого шумбинского. Как дела у тебя? Что там будем смотреть, когда мы будем в старости? Да, давай нам три. Ну все, кружечки накрыли, теперь мы не видим там красивые напитки. Здесь оба мальча, здесь американо. Давай. Очень. Ну, американо можешь не показывать? На банане? На ваниле? Давай на банане. Нет, все получилось. Чего ты сняла кружечки? Вот. Три кофе. Продолжаем ехать. Это на въезде Москвы обычная пробка. Нам сейчас надо на МКАД попасть. Едем конечки, смотрим, а шумительное холл. Приехали наконец на Южные ворота. А? Что, тележку брать? На всякий случай. Ну, бери с собой стакан, вот сейчас выкинем. Ну, пойдем закупаться. В общем, купил упаковку. Вот такие вот. Блин, коробки 60-40 промокают. Пупырку взял и там пакеты. Не знаю, как с нами Катюха поедет. Места вообще в машине нету. Начинается дождь. Сидим, ждем еду. Пончик принесли. Ну, пончик это на потом. Заведение такое на Южных воротах называется Хинкальный экспресс. Дождь уже не идет. Там вон, ребята потихоньку готовят наш заказ. Мы заказали хинкали с говядиной и зеленью, хинкали с бараниной и зеленью и хинкали с сыром. По три штучки. Ну, то есть, каждому по одной. Да. Что я сказал? Все поняли? Нет, ну и ладно. Поняли. 70. Иди, твой заказ. Я... Да в смысле? Да в прямом, блин, прикинь, давай у нее спиздить туда картошку. Вот штук много картошки. Давай одну картошку. Офигенно, вкусно. Везете? Прикольно. Вот так. Тогда я пойду соус закажу. Какой у тебя дип? Первый раз пробую с сыром. Кать, хочешь хинкали? Прикольно. Прикольно? Что лагуни? А где Цезарь? А то немного было, я тебе оставил чуть-чуть. Остался съесть бесплатный пончик. С заварным кремом. Ты какой в клубе? Пончик в подарок. Нет, есть такие двойки, которые мне вообще не... Таня, ничего, что ты там? Зачем ты это снимаешь? Давай же вытянка, а? Зачем ты это? Какую цену? Он искал рейд Дианко. Гулишитаровали? А?
Вот это да, тебе идет. 480. Сколько? 480. Окей, спасибо. А я подарю на гибли. Крутой. Клевый такой. Домой взять такой поиграться. Ну все, закупились. Ага. Места сзади нету. Стекла заднего не видно. Хорошо, Катьку с собой не стали брать, вообще не знаю, где сидела. У меня осталось ехать нам. Полтора часа. Полтора часа, да, и все, и дома. Очень долго ждали товар со складка. Да, перевезут, уже давно привезли, уже въехали. Дело в том, что на крыше дома располагается она. Самая большая она в Мексике 120 гектар. Сидим, смотрим. Хорошо, видим. Супер красава, бригадир! Бедный малыш. Кать, ты там как? Одни ножки торчат. Где голова? Ничего, много товара. Все, как мы что-то лицо не снимали. Дим, давай хворку вытащим, чтобы она вышла. Давай.